Друзья, привет! Сегодня мы поговорим о маленьких мотогонщиках и о их очень серьезной экипировке. А помогать мне в этом будет мой сын Тимофей. Тимофей, скажи всем привет! Привет! Сейчас Тимофей пойдет надевать на себя термобелье, а я пока расскажу о том, что мы будем сегодня вам показывать. Давай, Тимчун, беги! Начнем с мотобот. Такие вот маленькие, абсолютно няшные ботиночки, сделаны из тех же материалов, что и взрослые мотоботы. Единственное, что здесь чуть-чуть полегче, это клипсы. Они пластиковые, не железные, так как на взрослых мотоботах. Ну, потому что, понятно, нагрузки все-таки не такие, как у взрослых. Но тоже все регулируется. Можно подогнать под размер ребенка и плотно застегнуть башмак. Резиновая подошва хорошо проклеенная. Сверху пластик, сбоку пластик. На таких вот боковых шарнирах, чтобы максимально защитить ногу ребенка. К этим мотоботам еще придаются запасные стельки, которые регулируют размер мотобот. Если вы взяли мотобот немножко на вырост, стельку можно в нос этой стельки можно положить немножко ватки и таким образом отрегулировать размер. И ребенка нога болтаться не будет. Это что касается мотобота. Называются они Tech 3S. Это самая маленькая модель для юных кроссменов. А дальше джерси и штаны. Тимофей в них уже немножко гонял, они такие уже боевые. Все то же самое, сделано из тех же материалов, что и взрослые джерси и штаны. У меня у самой такие же точно штаны и по расцветке прям один в один. Ткань, вот эти вот резиночки, все прошито абсолютно, как на взрослых штанах. Боковые липучки, которыми можно регулировать натяжение и затянуть пояс, если вдруг штаны окажутся свободными. Также внутри идут такие вот мягкие вкладочки, чтобы защитить бедра. Штаны совершенно все по высшему разряду. Далее. Защита. Наколенники. Пластик с синтетическими материалами, липучки, которые хорошо регулируются. Все сделано тоже очень качественно, хорошо. Понятно, что это наколенники для начального уровня, но для ребенка, который только сел на мотоцикл и осваивает его, этого вполне достаточно. На локотники, ну, даже доставать не буду, в принципе, все то же самое, что с коленками, только более меньшего размера. Перчатки. Это тоже у меня вызывает умиление. Вот такие же малюсенькие перчаточки, тоже все те же материалы, что и у взрослых. Искусственная замша, искусственная такая кожа, силиконовые надписи, чтобы рычаги не выскальзывали, липучки, все как у взрослых. И даже вот такая вот штучка специально, чтобы натягивать перчатку, удобно было надевать и снимать. И вот моя любимая, это панцирь, защита кроссовая, которая регулируется на липучках сбоку. Можно затянуть посильнее, послабже, в зависимости от размера ребенка. К нему пристегиваются вот такие вот плечи, которые тоже на липучках, на резинках. Их можно отстегнуть, если вдруг они не понадобятся. Они сделаны из таких вот, из мягкой защитной ткани, мягкого такого пластика скорее. Очень удобно регулируется все это тоже по ребенку. Внутри вот такая резиночка, которая не сдавливает руку. Здесь специальные резинки для того, чтобы затягивать защиту шеи, это спина. Сейчас я вот уже вынула кусочек, который помогает компоновать шею и эту защиту. Вот сейчас покажу. Такая вот замечательная защита шеи. Яркая, красивая, легкая. Она достаточно гибкая. То есть ребенок в нем даже никак не поранится, не поцарапается. Просто даже когда будет, если там неловко надевать ее на себя. Компонуется с панцирем элементарно. Вставляется вот такой хвостик специально. Такие выемки. И спереди видно, да, липучка. К этой липучке пристегивается передняя часть ошейника. Резиночками вот так вот все это притягивается, чтобы не болталось. Таким вот образом. Вот такая вот красота. Сейчас Тимофей к нам вернется, и мы вам покажем, как это уже смотрится все на маленьком гонщике. Надеваем очки. Давай, держи. Ну все. Давай. Ай, готово. Это...
быть.